Новый рак и новый день. Продолжаем делать подшиву. Вчера начали гнуть уже. Дима начал гнуть. Вот так вот заготовка лежит. Это еще не вся. Сейчас Дима катал-катал. В общем, фальчики вот эти вот мешают бендером выкатывать. Сейчас будут фрезеровать стол под фальцы. Полет инженерной мысли. И делать, собственно, вот эту вот отгибку заднюю. Так, здесь у нас это как бы так называемый G-профиль, стартовая планочка такая, которая возле стенки нарезана, размечена. Осталось погнуть. Так, это у нас тоже заготовки. Илья тут продолжает внутреннюю рейку делать. Вот такая вот заготовка. Вот так вот прорезана, чтобы потом лепесточки эти отогнуть. И чтобы получилась вот такая вот заготовка. Это у нас образцы были. Вот она. Вот такая вот заготовка, что получилось. Вот. И начнем, наверное, все-таки уже сегодня ставить. Как оказалось, не быстро это дело. Думаю, сейчас вот мы вчера начнем, сейчас мы прям поставим. Нет, не все так быстро пошло. Собственно, сегодня я очень надеюсь, что мы начнем все-таки уже ставить, монтировать, так скажем. Показать вам, для чего тут Дима фрезеровал. Это вот под эти фальцы. Чтобы они хоп. Когда без фальцев, она так просто не вытащишь. Она вот так вот прогибается вот здесь вот. И здесь такой полукруг становится, и прокатать сложно. Вот. Дима решил фрезером выбрать вот так вот. Для того, чтобы это было гораздо удобнее. Сейчас прям покажем, да, Дим, сейчас. Как это происходит. Ни хера ты их просто поменьше. Так, вот. Опа. И второй раз. Ну вот, как-то так. Так, ребят, сейчас на таймлапсе буду вам показывать, как гнется внутренняя рейка. Ничего такого сверхъестественного нет. Два фальчика загибаются вовнутрь. И вот здесь вот отбортовочка, вот эта вот, она идет к стенке. В планку, как бы, стартовый G-профиль. Вот, сейчас вам покажу это все. Ну как покажу, на ускоренной съемке покажу.
Так, ребят, согнули все рейки. Вот они вот так вот выглядят. Тут две коньковых. Не с первого раза получились. Я думал такую же взять, согнуть, но так не получалось. Поэтому заготовка вот сделана. Ставим леса и гнем стартовый профиль. То есть то внутренняя рейка, а это стартовый профиль. Как-то так. Так, ребят, сделали заготовку на всю нижнюю часть двух торцов. Вот сюда сделали, на нижнюю часть, не на ветровую, а на софитную снизу. Вот это у нас коньковая рейка. Вот такая вот. Так, это ровные все. Это стартовый же профиль. Это, собственно, заготовки основные. Заканчиваем собирать леса. Вот. И, собственно, приступаем сейчас к монтажу. Херак и новый день. Начинает темнеть уже рано. И то, чем мы заканчиваем, ну, как бы за день, да, снять не получается, потому как уже темно. Вот, в общем, вчера вечером проставили G-профиль стартовый, поставили внутреннюю рейку, ну, наполовину ни одного ската. Сейчас буду дальше ставить рейку и будем вставлять заготовку. Так, в общем, этот самый, показать, чем занимаемся. В общем, рейка, вот тут вот в коньке внутренняя, она узкая будет. Вот, сразу на ответ, почему узкая, потому что там вот расширяется, чтобы она в размер куда-то вышла, что сделать именно вот так вот. Равняемся на лобовую часть, видимо. Вот, а вот здесь уже за счет угла как выйдет. Вот. Шомбенд на пролетах, и уже Дима там засовывает. Вот.
Так, ребят, в общем, засунули все заготовки, забили, скажем так. Они плотненько забиваются. Достаточно. Вот, полностью. Этот этап готов. Торчащие рейки надо подрезать. Вот. Доставили внутренние все рейки. И Дима уже начал засовывать с этой стороны. Вот. Так, Илья начал нарезать стартовые планки. Сейчас я вам покажу ее в конфигурации. Где она, Илья? Этот сам стартовая. Дима. Димон, а где ты стартовую планку? Где ты ее брал? Мерил. Сейчас ее. А, вот она, все, все нашел. Вот такую вот заготовку теперь. Сейчас сделаем. И дальше. Пролета нет, синих линий, она там. Так, и дальше будем ставить потом эту рейку. Как и раньше показывал, потом внутреннюю рейку. Точнее, стартовую планку, внутреннюю рейку. И, собственно, потом уже ветренник. Так, согнули стартовые планки, которые пойдут у нас вот сюда. Вот так будет выглядеть. Вот. И будем заготовку сейчас сделать уже вот сюда, вот, внутреннюю рейку и непосредственно саму заготовку. Дима там уже доставляет. Там верхушку. Вот. И скоро будет красотень неописуемая. Вот. Как-то так.